дома мы до лагерного сбора и повстречались за обеденным столом. И вот теперь уже почти неделю скоро, как неразлучные товарищи живем. Эх, подружка, моя большая кружка, полулитровая моя, поешь меня горячим чаю, за что тебя я уважаю. Эх, подружка, моя большая кружка, полулитровая моя. На завтрак, за обед или на ужин, и ты со мною на брезентовом ремне, как альпинисту ледорубу. Я подниму тебя дрожащую